Пестовать, иди отсюда. Думала, дятел тут долбит. Что-то вообще в этом году очень мало, да, либо? И поздно. В прошлом году было больше. Всем привет! Как выбрать воздуходувку для сада? Наступила осень, и к садоводам, и владельцам частных домов, и к коммунальным службам пришла одна и та же напасть. Необходимо убирать с травы и придомовой территории опавшие с деревьев листья и ветки. Конечно, это можно и не делать. В первые сухие дни желто-золотистый ковер кажется красивым и фотогеничным, но уже совсем скоро листья начнут высыхать или гнить. Пространство будет казаться неухоженным, а в природном мусоре начнут заводиться вредные насекомые, грибок и плесень. Это неэстетично и не очень полезно для газона. Исторически задачи уборки листьев земли справлялись ручными граблями, а для твердой поверхности предназначалась обыкновенная метла или веник. Но сегодня это уже прошлый век. Гораздо проще и с меньшими усилиями проблему можно решить воздуходувных устройств. Это безопасный и удобный инструмент, с которым легко работать. Выясним, какие воздуходувки и садовые пылесосы, в чем разница. Обычные воздуходувки, направленные потоком воздуха, сдувают листву и ветки в определенную сторону, прочь с территории или в нужное место для дальнейшего сбора и утилизации. Это самый простой вид этого садово-паркового инструмента. Садовый пылесос в дополнение к этим функциям способен засасывать листву и прочие предметы внутрь в специальный мешок. Таким образом, он работает точно так, как его домашний собрат. Объем листосборника составляет порядка 30-60 литров. Для оптимизации процесса существуют агрегаты с режимом измельчения. Такой инструмент режет поглощаемый мусор, чтобы он лучше утрамбовывался в мешке. Кстати, садоводами полученная каша может быть использована для компоста и последующего удобрения. Комбинированная модель – это воздуходувка с функцией пылесоса, то есть она или работает только на выдув, или переключается на режим засасывания. Это актуально для небольшой закрытой территории, которую надо убрать целиком. Какие бывают воздуходувки? Разновидности воздуходувок по типу конструкции. На рынке представлены три основных типа воздуходувок – ручные, ранцевые, колесные. Кроме того, выделяют воздуходувки-пылесосы и воздуходувки-опрыскиватели, то есть промышленные агрегаты.